Всем привет, нас зовут Псяра. Сегодня мы будем играть в оригинальную игру в Роблоксе от разработчиков Epic Brothers и Julie Games. Ну вот. И сегодня я хочу вам показать, как получить два секретных морфа. У меня они уже есть, вот. А именно этот и этот. Ладно, а пока. Так. Как мне стать обычным? А, короче, буду капитаном Фитоусом. Да, он вчера вышел. Ну ладно. Чтобы получить теневого джамба, нам нужно найти 5 кнопок. Первая находится около вот этой картины, вот тут. Нажимаем. Вот вторая находится вот тут. Так, мы будем по порядку идти, они. Так. У меня карта не прогрузилась. Все. Нажимаю третью кнопку. Она находится под стулом, вот тут. Видите? На все их нажать, и тогда ты получишь этого морфа. Я знаю то, что там опилу еще мне добавок получить, но я буду идти по порядку, типа сначала джамбо. Ну а тут четвертое. Теперь вернулся в лобби. Во второй. Так, становимся сразу. И не говорите то, что это девчачий скид. Я знаю, я просто хочу этот скид взять. Он прикольно выглядит. Это единственное. Кстати, чтобы получить этот скин, не нужно покупать за робаксы, нужно просто в группу вступить. Тогда тебе дадут ее. Мне так дали. Кстати, спасибо тому чел Коичи, мы не справляемся. Коичи. Спасибо ему. Я благодарю таких людей. Всем спасибо, всем пока, потому что я лох. Я не очень люблю нам вот этот паркур. Вы же помните, как во второй чаптер проходили с этим санпарком. Катюн, что ты делаешь? Тут, кстати, еще кассета была раньше, вместо просто этого места. В оригинальной игре там кассета лежала. Я так и не посмотрел, что на ней. Ну, сорян, тут сейчас в РБ не играю. Ой, латерай, я просто этот... Я пока потом сделаю призывалки этих, типа... Ну, как... А, ну и последнее находится вот тут. Нам допрыгните и вот так. Должен быть... Короче, вам должны выдать бейчик, и вы должны вот так нажать, и вам дадут. И у вас теперь есть теневой джамбо. Типа, оставь лайк. Ладно. Теперь вернуться в лобби. И теперь мы будем... Окей.
Так, ладно. Первое яйцо находится вот тут. Это, кстати, теневая пила за нее. Вот оно. Нажимаем на него. Первое. Второе находится вот тут. Да, с яйцами уже будет посложнее немножко. Бежим в первый чаптер. И тут надо прям супер заметить, не быть слепым. Вот это яйцо. Вот так же, как и я, сделайте и легко найдете. Так. Ну а следующее яйцо находится под этой опилой. А, стоп. Теперь бежим. И вот тут внизу под коробками еще одно яйцо. Короче. Все. Вернуться в лобби. Бэйби-сити. Ну, теперь нам снова надо пройти паркур. Я просто ставлю вот надо. Кстати, а вы знаете, что вот так можно пройти? Я, кстати, потом, когда соберу, пойду туда, я там не ходил. Половину птицу, на бнабы, потому что на бнаб самый прыгучий. Там, кстати, ни хрена нету, я там был. Ну, за намнаба достаточно легко паркур проходить, но все же сложно. Кстати, ссылочка на эту игру будет в описании, потому что не каждый может найти какую-то либо игру. Если вы не понимаете, что это обозначает, смотрите, вы смотрите видео, да? И там перелистываете немножко вниз, где лайк, подписка. Внизу там кнопка описания. Нажимайте на нее и смотрите. Но я раньше и не понимал, что это за, что такое ссылка в описании. Представляете? Ну и давай, побежали. Ура! Ну и последнее яйцо находится в торте. Вам должны снова выдать бейчик. Нажимайте вот так. И получайте теневую опилу. Вот такую красавицу. Ну а пока мы возвращаемся в лобби. Кстати, у Бан-Бана появился супер мерч дорогой. Имею в виду, он крутой, но супер дорогой. Посмотреть, мало ли что тут что-то собрать можно. Я ни разу здесь не ходил пока. Что у нас что? Антизерочка. Я просто думаю, тут какой-то еще морф есть. Секретный. А это секретная комната. Комната. Так пусто. Пусто. А это, видимо, а вот этот шрифт-тостер появится, возможно, в четвертой главе.
как бежал во втором чаптере от него. Это был этот Набунабич. Можно... А это место, где кассета. А вот он. Кассета. А тут что? Бу. А ни хрена тут. Ладно. Спасибо вам за просмотр. С вами был Ташут Ермаков. Всем удачи, всем тройной, всем пока. Пользуйтесь.